Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Давненько у нас что-то не было рубрики «Повезет, не повезет». Давайте-ка посмотрим, что у нас сегодня соберет автосборочка. Я думаю, автосборочка у нас придерживается своим традициям. Ох, нифига себе, что это такое? Ну, во-первых, колеса разные там. Ну, классно, ну, ладно, допустим, скин не одели. Ладно, закроем на это глаза. Вот эта мороженка, она вообще здесь к чему? Я хз. Отвал сзади, ну-ка, погодите. 15 энергии, газген. Прям классный генератор. Потом, что у нас, бочки. Так, давайте-ка посмотрим, а куда еще израсходовали мы столько энергии. Так, две стужи, таймыр, боезапас. Короче, я хрен знает, что это такое. Ну-ка, погодите, оно вообще едет, нет? Ну-ка. Погодите, что это такое? Давайте чисто разберем. Так, здесь у нас стужи, здесь у нас это. О-о-о. Квант нам здесь прям очень сильно поможет. Ну, слушайте, это, кстати, не самая плохая автосборка, потому что это у нас еще и гудок здесь классный. Бывает и хуже гораздо. Газген, я не знаю, зачем он здесь, правда. 12 энергии, ему, видимо, энергии не хватило, да? 12 из 15. В общем-то, классный крафтец. Не знаете, еще реально наклейки не хватает. Мишень сюда стрелять. Жалко, нету. Я поставил. Ладно, давайте поедем в бой на вот этом. Итак, наш машинка-мороженщик, вот он, вах. В общем-то, знаете, еще прикол, эта машина стоит, как говорит вот эта там кнопочка волшебная, 3500 золота. Вот это вот. Вот. Ну, косарь она реально стоит где-то при плюс-минус, но 3500, мне кажется, это маловероятно. Вау, разными колеса, вообще классно. Самое главное, мороженка шариками. Еще не нравится, как она поворачивает. Это вообще, вообще как спектры стоят. У меня один раз парсер пострелит, все. Минус все спектры. Да не только парсер, у меня любой Вася может пупкин вывалить, по идее. Смотрите. Даже от такой дальности. Ай, блин! Назад! Задний ход-то, блин, у него колеса стоят, он задний ход так же едет, как я не знаю, на колесах. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спектры. Ну, на удивление, еще живые. Ой, пацаны, я тащер этот приехал. Да, тащер недолго жил. Пацаны, здорово. Кого тут подорвать, попробовать? Ну-ка, да, я даже взорваться не успел. Всю команду тупо завалили. Да, вареник дедули. Сейчас только вареников, я смотрю, развелось. Вареник дедули, ты поздно приехал. Тут это, всех завалили уже. Так, ну-ка. Вообще сейчас я частенько вижу вареник Светы, потом вареник дедули уже, потом еще там 10 варенников было. Я не знаю, вот ники почему такие начали делать. Почему все вареники решили привезти? Почему не пельмень дедули, я не знаю, там, нельзя. Хачапури дедули, я не знаю, что там еще есть. Беляш дедули, вот что-нибудь такое. Так, ладно, у нас 47 очков за бой. Тащерский крафт. У меня... Смотрите на это пятое место по команде. Что у нас вообще за команда такая топовая? Ну, понятно, здесь пирожки катают всякие с беляшами. Ладно, что у нас дальше? Уточка самое главное, это, конечно. Так. Ох, нифига себе. Да, циркулярка, вектор, Прометей, домкрат. Ах, офигеть, не ст... И 3500 ома всего. Ну, слушайте, на 3500, возможно, это даже и тащить будет. Я не удивлюсь, даже жесткость. Знаете, еще газгену сюда не хватает. Был вообще полный комплект. И бочки. Бочка-то не стоит, я думаю, да? Не, бочка не стоит. В общем-то, будет угарно, если вот эта вот хрень будет тащить в рандоме. И сколько же она стоит? Она стоит 1200 золота. Вот это вот. Классное сочетание. В общем-то, погнали в бой. Я снимаю сейчас, получается, в обед. И онлайна вообще ноль. Я ожидал, наверное, минут 5 этого боя. Хотя, помню, когда я снимал первый выпуск, я ехал в бой. По-моему, 45 минут я ехал. Или 35 минут в бой. Так что 5 минут это вообще ничто по сравнению с тем. Помню, я там вообще заснул, пока ждал. Ну, слушайте, я даже не знаю сейчас, что делать мне. Потому что это жесть. Это... Я, по идее, должен ехать пилить кого-то.
Ох, нифига мне пендаль волшебный для ускорения дали. Кто? Пацаны, пустите, пустите. Я завалил даже кого-то, ботяру какого-то. Запилю сейчас. Смотрите. Офигеть, уже второго почти завалил. Там добили только. Ну-ка. Кстати, циркулярка Десимба, она все распиливает по шерстям. Чуваки, вам хан... Опять же все отбил. Что происходит? Что? У меня один на Прометей, правда, остался. Конор, ты че? Конор. Ё-моё, Конор, давай вставай. Там еще один чувак остался. Я уже двоих завалил. И че, МВПшку дадут? Не, МВПшки вроде нету. Ну-ка. Нас нет, МВПшки нету. Да второе место паковать. Слушайте, эта автосборка реально тащит. Она просто-напросто очень малый ом. Циркулярка она всё нафиг отпилит. И Прометей тоже неплохой урон обеспечит. Ну, Вектор так. На этом крат это, чтобы если перевернулся на таком колхозе. Хотя если мне на этом колхозе перевернулся, то мне кажется, ты уже не встанешь. Тебя просто прибьют. Чё-то я вообще офигел. Сейчас немножечко. Я в шоке. Просто я... Что это за карета такая еще трехколесная? Офигеть! Вот сейчас у нас пламя очень популярно. Автосборка решила поддержать это направление и поставить два пламя, что ли? И что здесь еще стоит? Погодите. Погодите, что это? А где уточка? Да еще уточку посадила. Она вообще стреляет, нет? Да, она стреляет! Офигеть, сейчас такая ржака будет, здесь еще меньше, о, пипец, я представляю, что сейчас с рандоми будет делать, это жесть. Ладно, если мы хоть проедем в этот рандом, то давайте там нагибать, ну я не знаю, на такой ом мы проедем ли в этот рандом, потому что ом слишком маленький, онлайн небольшой на таком оме. Но тем не менее, погнали, на этом офигительном гипер-мега-супер-турбо-крафте в бой. Я угораю просто, этот крафт походу волшебный. Я подождал буквально минуту, нет, даже меньше минуты, полминуты я подождал. Смотрите, опа-на, я уже в бою на этом крафте. Блин, что вот эти бутки зачем-то стоят. Хотя зачем? Это автосборка, здесь все надо. По последнему слову техники сказано, прям сделано, смотрите, четкий стоит. Офигеть. Я не знаю, как я сейчас буду стрелять, потому что они... Пламя стоят божественно, просто чувак. Вот не видишь, тащер едет. Ну че ты тащера толкаешь? Ну-ка. Нагибатор пошел. На! Ой, ё-моё! Пустите, тащер убегает. Здорово, пацаны. Здравствуйте, я хочу вам это. Подарочек делать вот так вот. И в итоге ни одна не попала. Офигенно просто, офигительно. Я этот... Я просто над колесами угораю, если честно. Это реально какая-то карета. Вообще, что это такое? Хотя это на карету даже не похоже. Чувак, держи. Одной ракеты я только могу попадать, к сожалению. И никаких боезапасов хоть не стоит. Патронов, конечно, мало, но прикинь, если на этой жести еще боезапас стоял. Это просто это... Это все. Зато главный плюс этого крафта. Вам не будут попадаться парсеры и какие-нибудь вальсы. Вот. Самый главный плюс этого крафта. Пацаны, держите волшебные деньги. Это, наверное, самое угарное, что мне автосборка собирала. Вообще, вот кто-то что-то так, это, кутюшки какие-то собирает и делает. Что-то еще как-то пересобирает. Во! Вот вам, пожалуйста. Автопром автосборки, красаута называется. Вот, пожалуйста, совершенно бесплатно. Давайте реально посмотрим, сколько этот крафт сейчас стоит. Я не удивлюсь, он стоит косарь золота, вот реально. Сейчас еще, блин, второе место паковать не будет, какой-нибудь, ну-ка. Нет, шестое. Так, сколько это стоит тачка? Давайте посмотрим. Она стоит... 1735 золота! Вот это! Я угораю просто. Да, ну-ка, я закрою глаза, я не буду смотреть, что сейчас у нас соберется. Итак... Так, я уже думаю, наверное, собралось, да, я открываю глаза и... О, это лучше, чем прошлое. Так, жеребец, мы будем на пневмоподвеске кататься. Прям вообще сейчас корва и шторм — это божественное сочетание. Также радар стоит. Так. Ох, ё-моё. Блин.
Я-то думал, этот крафт более-менее нормальный. Да не, нифига, пацан. Братан, вот тебе держи ампер, на 2 энергии тебе про запас будет. Потом хоп, держи еще байзапас, а то вдруг корва или шторм мне закончится, патрики. Так, погодите, сколько этот крафт стоит? Этот крафт, может, 2 косаря стоит. Найдем на повышение. Здесь еще и стужа где-то стоит. Ты мыр. Ой, блин, как я на это... Оружие поставить на 1, капец, это я первый раз... Это что такое? Это, знаете, мне напоминает в реальности, короче, эти колеса у дальнобоев, у прицепов можно поднимать. Да такая же фигня, смотрите, взял задний, убрал, так и поехал. Я не знаю. Ой, автосборка, это капец. Ладно, погнали в бой. Я, если честно, не знаю, как я сейчас буду нажимать на кнопки, параллельно вводить как бы тачку, еще наводить мышку, еще, блин, цифрами стрелять. Вот как вот это? И причем они на 2 цифры, я заметил то, что одна вроде. Нет, это 2 пушки на 1 и 2. Как я должен стрелять? Вот так вот, что ли, по очереди? Я не знаю, я тупо сейчас всю клавиатуру разломаю. Жесть! Сборка, что такое? Я думал, я уже все видел в автосборке. Не, нифига. Вот еще что, новая технология. Что это за краска, кстати, прикольно. Так. Автосборка откопал какую-то невиданную краску, которую я не видел. Давай! Нажимаем, давай. Блин, я не знаю, как мне... Давай, короче, хреначим вот так вот. Я не знаю, как по-другому просто. Давай. Что он? Есть, его завалил как-то. Ой-ой-ой. Так. Кирпичик мой, давай, быстрей. Кирпич топи. Так. Этого добить. Есть, супер нажиматель 2000, поехал. Так. Подгибаем ножки все эти колесики. Так. Давай. Шторм, вали его. Нет! Корва осталось только, блин. О, я выжил, пацаны. Вот сейчас я хоть стрелять нормально могу. У меня только одна пушка всего осталась. Так, поджимаем ножки, все, погнали. Здорово. Ой, сейчас мне будет до свидания. Минус один жеребец. Так, нормально. Взял такой, поставил, опять колесики не нужны, отогнул. Прикольно, что могу сказать. Ну, мы, походу, проиграли. Здесь то, что годный крафт у всех. Как, у меня не один такой. Сколько омон? 5500 омон на такой жесть. Ох, нифига себе. Офигеть, не встать просто. Так, чувак, у тебя дроны, да? Или нет? А, мне уже как-то пофигу. Я его завалил, ништяк. Так, кто-то нас базу захватывает. Ну стоять, я тебя завалю еще. Стоять, я сказал. Ой-ой-ой, до свидания. Все. -3 уже просто. -3. Не знаю, это, наверное, самая угарная серия, реально. Такого у меня еще ни разу не было. Давайте еще 4-го завалим на этот, на 63 хп. Нормально, что? Идеально. Так. Корва имба, что могу сказать? Имбища просто. О, я один остался, походу, да? Там чувака сейчас добьют. Стой, братан. Брателла. Гризма 2014, живи, я тебе помогу. Один корва. Прикинь. Ну-ка, погодите. Чё вы так быстро топите? Я вас не могу на своем кирпиче догнать. Он еле едет. Пацаны. Да вы угораете, что ли? На. Еще и тапочек. Ой, тапочек. У него горит. Блин, один хп. Ну, ё-моё, тапочек. Ну, тапочек. Ну, все испортил. Я привык, кстати, у него там что-то... Ой, я по задним колесам такой думаю, что-то опять автосборка. Ну, это, допустим, более-менее собралось. Это, походу, тоже автосборка. Офигеть, блин. У него тапка что-то горела, я бы если попал, то ему бы лишь секундер был бы, все отлетел, я вообще его завалил, еще бы я думал, может, как он, панацея, во, еще бы он, что или нет, не горит, показалось, значит, да, у него ничего не горит, да, не было шанса, ну я каким-то макаром троих чуваков завалил, я так старался, у нас бот МВП-шку занял, нет, даже не бот, вот. Первое место. Я так старался на таком супер-мега-крафте. Первое место занял. Хотел занять победу. Троих завалил чуваков на таком расположении классном пушек. И мне сказали, да иди-ка ты в баню. И все. В общем-то, это просто без комментариев. Давайте напоследок посмотрим. Вот сейчас я реально, я офигею, если что-то еще классное, еще лучше соберется. Итак...
Офигеть, блин. Я не знаю, вот что... Как? Это, знаете, это намек, знаете, на что? Застрелись сразу, даже не езди. Застрелись в кабину. Что он хотел... Что автосборка хотела этим сказать? Реально, мне кажется, она сказала... Застрелись и не едь, короче, в бой. Ну-ка. А дальше что за крафт будет? Ну... Я просто ржу так, угораю. Ёлка, ну-ка. Давайте последний крафт больше не буду, потому что это уже бесполезно, я думаю, что-то мотать. Да, бесполезно что-то мотать. В общем-то, вот такие вот классные крафты собирает автосборка. 4 плюс, еще что-то я забыл, как это фиолетовый называется. Вот, вот такие вот крафтицы. Вот такая вот серия у нас получилась, угарная. И особенно крафт, который я уж не помню, третий по счету получается был. Вот это монстр, конечно, смотрите, вот это монстр. Это что, это Мандрагора? Нормально, он под конец собрал Мандрагору одну. Да, вот это точно никто не собирал. В общем-то, пишите в комменты, как вам эта серия. Мне она очень понравилась, очень угарная. Вот, ну на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.